Привет всем моим ученикам! Сегодня совершим такое мысленное, виртуальное путешествие в горы. Итак, у нас сегодня опять акварель. Посмотрите, мы будем использовать вот такой малиновый цвет, синий, немного зеленый и темно-зеленые цвета. Мы также будем вместе смешивать. Для начала, как всегда, я возьму толстую кисть и буду мочить кисть, но не весь. Вот смотрите, вот такую нарисуем кривую линию. Это будут наши будущие горы, у нас поездка в горы, и вот до этих пор мы намочим кисть, чтобы дальше этой границы вода не затекала. Да, вы можете нарисовать, конечно, свою какую-то кривую такую. Ну, такая кардиограмма получается у нас. Так, вот, берем малиновый цвет. И хорошенечко с помощью водички эта краска у нас будет плавно и приятно стекать. Ну, вниз я люблю добавить такой немного синий цвет, чтобы был переход из одного цвета в другой. Вот. Еще раз хочу сказать, что все обязательно у вас получится, если вы используете хорошую акварельную бумагу. Ну а теперь нам надо, чтобы у нас было внизу отражение такого же красивого неба. И еще у нас будут вот такие елочки. Вот. Я использую холодные оттенки. Помните, да, я говорю, мы используем синий и немного зеленый. Мы можем их смешивать. Синий и немного зеленый. Вот там вдали. Очень насыщенным цветом. Этим уроком я бы хотел показать вам, что постарайтесь использовать цвет, хоть и на листике мы будем пробовать, разбавляя его водой. Где-то нужен цвет насыщенный, но не везде и не всегда. Вот. Ну и не забывайте, что у нас для этого есть хорошая толстая кисть и тоненькая кисть для деталей. Вот, а сейчас мы возьмем тот самый малиновый цвет. И вот видите, я его разбавляю водой, и он становится такой бледный. Если мне нужно усилить, то воды будет меньше, а краски больше. Вот так вот обозначен здесь край. И на краю у меня, ну, получается, краски чуть более насыщенные, чем обычно. Вот я подождал, когда все подсохнет. И сейчас буду продолжать. Вот я мешаю синий цвет и немного малиновый цвет. Посмотрите. Очень слабенько, ненасыщенно. Я делаю такую границу на моих горах, чтобы показать их объем, свет и тень. Ну вот. Смотрите, вот уже горы готовы, да? Тоже линия такая неровная, кривая. И цвета я подбираю близкие друг к другу. То есть, если синий, то я его смешиваю с малиновым. Немного. Вот. Вот мне нужен такой насыщенный цвет. Тоже я их немного смешиваю, чтобы подобрать. Вот внизу, пускай, ну, опять-таки, можно даже светлее сделать. Мне кажется, светлее было бы даже и лучше. Вот. Так, у нас почти все готово. Ну, остается такое сделать... елочку на переднем плане очень насыщенную и отражение тех елок, которые у нас вдали. Вот такими движениями немного как бы такая дрожащая рука получается, и ветки такие у нас должны быть с вами, ну, как бы это сказать, закругленные, что ли, да, которые будут опускаться и кончики загибаться вверх. Ну вот, примерно так. Вот, можно усилить этот эффект, если хотите, добавить чуть больше синего цвета в акварель. Вот.
Ну вот, собственно, вот такой вот закат, очень приятный цвет. Такая елочка, все очень гармонизирует. Видите, да, мы по композиции тоже стараемся уравновесить композицию. Если сделать композицию такую симметричную, то это будет неинтересно для нашего глаза, для нашего восприятия. Но надо ее также уравновесить, да, если есть какая-то большой объект или большая деталь какая-то очень много берет на себя внимание, то ее надо немного уравновесить. И вот та вершина горы, она уравновешивает. И вот внизу я сделал такое затемнение. Ну, может быть, это будет камни или тропа или кусты, неважно. Тоже будет равновесие с другой стороны. Ну вот, а теперь мы сделали вдали вот наши эти елочки. Они как бы повторяются, да, по своей высоте. Вот, можно немного еще добавить каких-то теней в горах. Вот, собственно, и все, пожалуй. Друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, распространяйте видео, учитесь рисовать. Это несложно, это возможно для каждого. Надо только повторять уроки регулярно. Акварель очень приятная техника в акварели. Ну вот, я сейчас оторву скотч, и мы поближе посмотрим, что у нас получается. Вы также можете, скажем, внести свой вклад. Я размещу банковские реквизиты ниже под видео в описании, и вы можете внести вклад в развитие канала, в поддержку художников. Ну вот, такая вот картинка получилась. Всем пока!